Я пам'ятаю чудне враження, передо мною з'явилася ти необычайної краси. Привет, друзья, как ваше ничего, чего из-за чего вообще? Смутное время живем, но что делать? Не мы такие, мир такой, но все равно надо на кого-то сказать, что кто-то виноват, а не ты, правильно? Не в зеркало посмотреть и сказать, что виной всему ты, именно ты. Давайте поговорим о том, что как бы прошлый стрим, если кто не видел, советую посмотреть. Я там высказался все, что думаю о некоторых персонажах, потому что это дно игра донатная, которую не советую людям. Если вы не терпила, не советую вам эту игру. Она вам не понравится. Но если вы терпила, то welcome, заходите. Или донатер. Или терпила, или донатер. Тут выбор небольшой. Не был виноват, вы зайдете в игру. Такие, блин, ну это же дерьмо полное. Тут нереально играть. Тебя сносит любой там чувак какой-то. 80+, просто кулака. На этом заканчивается. Твоя игра, твой интерес. Ну если тебе нравится, я не знаю, чем это может нравиться. Потому что, ну, это не игра, это тамагочик. Если тебе нравится тамагочи, то да. Тамагочи терпилы. Что у нас по обновлению? Тут добавляется 7 августа. Добавляется долина вернувшегося короля Иватора. Разлом, который будет открываться вот тут рядом с мини-картой. В разлом могут войти кланы 1 по 50 место. 20 штук кланов. Уровень для входа персонажей 70. Ну, существует ограничение на число входов. Если максимум достигнут, то войти нельзя. Во время ожидания начала можно войти только в холл долины. А потом, когда начнется, ну, то же самое, как Олимп. Входим в лобби, потом начинается и идем там крошить. 4 зоны. Я так понимаю, там будет падать вот такая реликвия древних гигантов. Нажать создание. Другое. Припасы, сундук с сокровищами. Вот такой мы видим сундучок. Шанс 20%. На данный момент я смотрю, что на рынке одна штучка 280 стоит. Но ее не покупали и продавали 28 дней. И то бишь она, ну я не знаю, сколько ее цена. Одна попытка крафта. Я не знаю, сколько будет. Это просто предполагаю, если по 300 алмазов будет так стоить. Реликвия древних гигантов. С большой вероятностью может выпасть синяя реликвия и блеска. Проклятый свиток и дальше, ну, естественно, красные реликвии, реликвия эпох и реликвия, ну, почти 5% и 7%. Есть один человек в группе Discord, Никита зовут, он выбил реликвию такую, ну, не такую, и вот такую реликвию он выбил, если я не ошибаюсь, честное слово. И он продал эту реликвию за 35к алмазов. То бишь, я не помню, я не буду сейчас искать, он хвасталку скидывал и говорил, что за 35к алмазов продал красную реликвию. Также я смотрю, можно создать вот тоже с 20 таких реликвий, видим шанс 10%. Вещи династии, пушки, вещи, пушки запечатанной династии. Можно, вот выпадает самоцвет гигантов, его активируете, и 80 человек получают легендарный свиток, в котором будут награды за свиток энергии Энхасад, цепь ремесленника. Это случайная награда. Чистый эликсир. Также с моба выпадает окаменелость разлома. Греческий свиток поручения Ранкайна. Камень души разлома. Магический камень разлома высокого качества. Ну, интересные темы посмотреть, конечно. Что это такое? Ну, заряд души, магический камень. Зелье пробуждения. Эликсирный порошок. Там NPC будет стоять. Это в холле долины вернувшегося короля. Добавлена система сотворения камней души. Это мы вот сюда заходим. Камни души. Вот можем создать карта камня души 6 раз. Одновременно можно создать 99 штучек. Ну, если у вас хватит, конечно. Если превышается лимит, то он переходит... Ну, очки не пропадают, а переходят в следующую карту. Но если вы будете создавать 99 штучек, то именно 99, если будет переходить, исчезнет опыт. Карта камня души 6 раз. Вот мы можем получить одну, если мы наберем 30 тысяч очков. Но это для ребят, которые давно играют или донатят. Ну, сюда котиков можно вставлять каких-то. У меня ничего нет, то что я как бы начал играть. Даже если мы посмотрим, откроем вот это. Модификация снаряжения. Это тоже будут такие камни. Карта камня души. Орден императора. Это в замке. Можно его достать, если я не ошибаюсь, за... Алмазы тоже. Рандомно он выпадает. Видим, что может выпасть с данной карты. Фиол, 0,3% выпадения фиол души.
очень неплохой шанс выпадения красной души, но в основном синие будут падать. Также добавлена система вселения душ. Если мы вот камни души создаем вот эту душу, открываем их, какие нам души выпадают, мы получаем также камни вселения души. Мы можем эти камни вставлять в оружие и в доспехи, обувь и в шлем. Вот разные камни с разными эффектами, там усиление, дополнительное увеличение урона. Ну, короче, для донатеров и тех, кто давно играл, это обнова, то можете даже не смотреть. Так, можно разбить камни души при помощи растворителя. Легендарный, героический, редкий. Растворитель камня души добавлен бокалейщиком. Да, вот редкий камень души, героический камень души. Не нужен камень души, он не подходит нам в броню. Или мы уже апнули свою броню. Мы можем его разбирать. Также коллекцию предметов использовать в качестве материалов для алхимии и создания. Разбирать, удалять... продавать. Для удаления эффекта камня души необходимо купить у бокалейщика проклятый камень души. При использовании проклятого камня души удаляется эффект камня души из всех ячеек. Тут очень интересно, я просто не знаю, 3 ячейки получается будет, чтобы кто-то, кто давно играет, можно даже обзорчик сделать, если кто-то хочет, welcome. Ну и на этом все заканчивается. Очень интересная обнова. Пишите свои комментарии. Добавлены редкие временные коллекции предметов, обновлены коллекции правитель храма. Ивентовые книги об истории королевства тоже обновлены. Очень интересно. О, арбузики. Добавлены арбузики. 1:30 и 20:30 будут появляться входы. Очень прикольный был ивент, но его вроде бы порезали там. Очень много падало. Антикварные вещи, я помню. Но сейчас, не знаю, нас ходить будет посмотреть. Также видим свитки модификации, фрагменты разные. Не привязан лут, и есть привязанным лутом. Вот награды за неспелый арбуз и спелый арбуз можно получить в зависимости от вклада в победу. То бишь вот этих арбузов, вот этих двух арбузиков, привязаны вещи, именно вы можете их подобрать. Там можно собираться в пати. Например, вы бьете, кто-то собирает, ну, чтобы эффективнее собрать там у твинков, позабирать это все. Арбузики. Ивент арбузики. Ежедневный бонус. Утром и вечером виталка и сундук с реликвией. Золотой настойкой леи. Добавляется ежедневная помощь. 15 виталки. Финальная награда у нас улучшенный кристалл души. Ну, тут карты. Смотрим. Такое расходочка. Донат магазин. Трансфер, ребята. Трансфер это полет по серверам. Можно 4 делать прыжка. Там, ну, кому что нужно, можете улететь. 45 уровня. Там увезти какие-то предметы на другие сервера, или полететь за каким-то предметом, или вообще просто переехать, да? С сервера на сервер, 600 алмазов. Предостережение. Запрещенные предметы. Печать наследника. Ну, это очень интересно, это все знают. Очень легко и просто. Идем по пунктам, смотрим. Можем сбросить. Нажимаем купить. Вас выкидывают с игры. Опять входим. Мы на другом сервере. Надеюсь, рынок немножко оживет. Это что такое? Помощь за 100 алмазов. Кристаллы души, карты. Трехэтапная помощь. 900 алмазов в итоге. Ну, очень хорошая для донатеров. Давайте за реальную валюту вот такой вот пак. Ну, благословенное перо для PvP. Алмазы, кристаллы души, благословенная святая вода. Дальше вот такой подарочек. За 1500 алмазов. Высшего карты. Кристаллы души, кошачья банда обычная. Ордена, все среднее. 5000 зелий пробуждения. Переходим к обычным пакам. 5-этапные паки. Непревзойденный борец, то бишь повышенным шансом получения непревзойденного борца. То есть, если вы легендарную получите, то это будет непревзойденный борец. Кристаллы души, ордена, лосиная святая вода очень много. И вот такие вот сундучки. Получается 200 коробочек. Можем создать различные предметы за акцию. Видимо, вот эти уже предметы созданы. Это видно, какие-то топсайды раскидывают на ребят алмазики, они покупают паки, пытаются создавать. И 800, но еще докупают. Если у них получается создавать, то они там отдают какой-то процент с этого получают. Видно, для привилегированных там. Итак, ремесленника еще можем создать. Также книги наследника, скорость магии, сопротивление оглушению плюс 5%, сопротивление удержанию 5%, увеличивает иммунитет. Полностью восстанавливает здоровье персонажа после воскрешения. Блокирование оружия 5%. Тут очень интересные книги у нас.
чит мудреца. Ну, это такое, конечно, создавать. Один раз попытаться вот это создать, чем сколько это получается, 2400. 10 раз можно попробовать. Ну, если вы скупите 12 паков, у вас там будет где-то до 12 паков. Можно попытать, уже видите, кто-то создал. Тут видим книга полиморф. Дальше тоже вот 10% шанс, но тут уже книга на выбор. Ледяной кристалл, восстановление заклинаний, явление пространства. Также если будет неудача, вот с этих возвращаются. 228 коробок, и вы там можете попытать какую-то еще кто-то, вот там 1% какой-то скрафтить. 228. Вот такое вот обновление. Короче, вот такое вот обновление. Как вам? Пиши свои комментарии. Не рекомендую новичкам в это играть, если вы не донатите очень много. Донатите.